Добрый день, дорогие друзья! С вами Марина Никольская. Сегодня я нахожусь на даче. Пишу это видео первый раз у себя на даче. Но самое интересное, я надеюсь, слышно поют птички. Вот я смотрю, пробую вам показать сосны. Вот уже набухли почки. Вот сейчас покажу кусты. Вот это смородина. Сейчас попробую зверя своего показать, которого я обещала вам показать. Зверя, ау! Нет, зверь не хочет. Не хочет, ладно. Вот. То есть вот наш дом. Вот сейчас я нахожусь на даче и специально приехала на дачу для чего? Для того, чтобы собрать несколько растений, которые мы с вами будем, дорогие мои. Уже темно, сейчас темновато, ближе к 8 вечера, поэтому я потом сделаю немножко увеличение света. И сегодня я хочу собрать несколько, показать вам растений, которые нам будут нужны. Вот, пожалуйста, еще. Вот видно, наверное. Вот кусты. Вот они. Вот. Кусты. Вот это тоже смородина, но это смородина белая. Она нам будет нужна. Сейчас я попробую притянуть кусочек. Вот притяну кусочек яблони. Я надеюсь, ее видно. Вот, кусочек яблони протянула. Вот. То есть вот эти вещи нам будут нужны. Ну, вдалеке вы видите сосны. Сосны нам будут нужны. А, кедр. Ребята, я вам обещала показать свой кедр, который у меня вырос. Сейчас я к нему подойду. Сейчас к нему подойду. Увидите, какой у меня растет шикарный кедр. Из нашего Байкала. Привезенный. Специально мне его везли. И посмотрите, какой вырос красавец. Сейчас я вам его покажу. Вот он. Вот он, мой хороший. Видите, какой красавец. Вот. Это кедр. Видно? Ну, я надеюсь, видно. Вот такой вот наш кедр. Вот такой вот будет наш тренинг. Бобик, не мешай. Бобик мне помогает. Вот. Вот сейчас, пока я здесь нахожусь, интернет не очень хороший, поэтому, дорогие друзья, если, к сожалению, вы получите наши любимые календари не 1 числа, 2, прошу прощения, это наш интернет такой. Ну, техника, сами знаете, на грани фантастики. Вот здесь в беседке вот мы работаем, вот меня даже сейчас чуть-чуть видно, вот я тоже такая зеленая на ее фоне. Вот. Мы с вами будем проходить тренинг в конце мая, так что готовьтесь, я напишу, что нужно. Пока еще цены не выше, чем планировались. Почему? Потому что Жанна, наша любимая Гладкова, меня уговорила пока их не трогать. Ну, я как послушная ученица это делаю. Вот. Поэтому, пожалуйста, я напишу в письме или в подписной странице, что нам будет нужно. Обязательно вписывайтесь в этот тренинг. Почему? Потому что это будет что-то потрясающее. Мы сварим очень много интересных вещей и по миксажам, и по кремам, и по мылам. Ой, детских вещей сколько будет, вы не представляете. В общем, я планировала его на 2 дня, но, дорогие мои, я не знаю. Если вы захотите 3-4-5 дней, мы сделаем это 3-4-5 дней. Могу сказать, что это будет в конце мая, не раньше. То есть время у нас с вами есть. Я вас поздравляю с наступающими праздниками. Желаю вам здоровья. Желаю вам успеха. Ну и самое главное, исполнение всех ваших желаний, чтобы они у вас у всех сбылись. Удачи вам! С вами была Марина Никольская. До встречи, мои дорогие. Всего доброго. И берегите себя, потому что это самое важное.